В этом видео вы узнаете, как настроить пользовательский интерфейс стоматологической установки Axano. От значка настроек можно перейти к пунктам меню, сгруппированным по разделам. Вы также можете адаптировать пользовательский интерфейс и его внешний вид к индивидуальным потребностям каждого пользователя. В меню настроек кресла можно выбрать одну из трех скоростей перемещения его приводов. В меню инструментов можно активировать или деактивировать подогрев воды и присвоить разные функции кнопки камеры. Настройте управление курсором без помощи рук в соответствии с вашими предпочтениями. Благодаря улучшенному управлению курсором функции фиксированных кнопок на экране также можно применять без помощи рук, используя Smart Control. В стандартном режиме работа без помощи рук ограничивается функциями, которые отображаются на соответствующем главном экране. Функции четырехпозиционного ножного переключателя также можно настроить индивидуально. Все настройки параметров гигиены отображаются в разделе «Гигиенических настроек». В меню «Настройки» для каждого диалога можно указать, какие функции вы хотели бы задать, используя непосредственно Smart Touch. Выберите диалог и перетащите доступные функции в пользовательский интерфейс, к которому вы имеете доступ, и расположите их по своему усмотрению. Вы также можете выбрать разное количество кнопок быстрой настройки. Вы можете разместить таймер в любом месте интерфейса в стартовом диалоге с помощью кнопки виджета.